Володя уже достает мне подарочек. Алексей, должен был утром передать, так как магазин был с холодильником закрыт, но у нас как бы жарко очень. С Екатеринбурга. Я понял. Некрасовых, Оксана и Анатолия. Екатеринбург, Первоуральск, 2024. Ага. Они летели на самолете. Люди, представляешь, хотели забрать твои конфеты. Не пропускали. Да, в смысле, конфеты? Не хотели, да, хотели отобрать, не залазили они. Поэтому как бы повезло, видишь, все дошло до тебя. Тебе спасибо за обзоры. А вам спасибо за конфеты? Да. Некрасов. А Оксане и Анатолию спасибо большое. Еще они тебе передали вот такой магнитик на счастье. С Екатеринбурга. Счастье нужно всем. Все счастье дошло. Нужно всем, как говорится. Но это еще не все. Ты представляешь, еще дали два магнитика. Я даже не представляю. В эквиваленте по 5. По 5. Представляешь, по 5. Да ладно, по 5 тысяч. По 5 рублей. А, ну это нормально. Да, один тебе, один мне магнитик. Спасибо. Сейчас скажу. Все пойдет на камеру. Все пойдет. Привет на камеру. Владимир из Саратова. Привет, Алексей из Саратова. Саратову спасибо. Все пойдет на камеру. Там вот, вы же знаете, теперь у меня есть теперь шкатулочка, мне Валентина подарила супругом. Такая, ну, там, нет, там такая книжка, как бы, шкатулка сберегательная, такая книжка. И я туда ее скирдую потихонечку. Планирую, все-таки есть у меня в мечтах съездить, переобрести в том числе камеру, ну такую же, 13-ю GoPro с линзами. И может быть микрофончик, конечно, хочется, не знаю, как получится. Всем все. Хорошего дня. Владимир пошел работать. Да. Огромное спасибо за подарки. Сейчас выложим. Duty free. Все, спасибо, получил.